Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас знает, насколько богат русский человек теми, кто был до нас, той классикой золотого века, серебряного века, поэтов, писателей, музыкантов и так много талантов, которыми славилась Русь. И сегодня мы живем в 21 веке и видим таланты, но так хочется иметь тот же богатый цвет, который был раньше. И мы хотим данными программами не только прикоснуться к тому, что было в истории, но воскресить и дать движение жизни уже в новом поколении. И Дух Божий нам поможет это сделать. Поэтому мы не только дотронемся до золотого, до серебряного века, а мы достанем оттуда ту драгоценность, которую принесем в Божье присутствие и размножим Духом Святым. Потому что у Бога в Его Духе есть способность животворить. И поэтому мы хотим воскресить тот потенциал, который ушел раньше времени. Мы знаем, как много поэтов ушло в самом рассвете своих сил. Значит, потенциал не был реализован. И сегодня у нас с вами есть возможность его возвратить в русскую душу, в сердца, открытые перед Богом. Андрей Белый во храме. Андрей Белый. Настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев. Автор романов «Петербург», «Котик Летаев», «Серебряный голубь», поэм «Первое свидание» и «Гласолалия». Множество рассказов и стихотворений. Циклы экспериментальных произведений симфонии и мемуаров о литературных кругах эпохи Серебряного века. Родился 26 октября 1880 года. Умер 8 января 1934 года в возрасте 53 года. Толпа, войдя во храм, задумчивей и строже, лампад пунцовых блеск и тихий возглас «Боже!». И снова я молюсь, сомнениями томим, угодники со стен грозят перстом сухим. Лицо суровое чернеет из киота, да потемневшее с веками позолота. Забил поток лучей, расплавленных в окно. Все просветилось вдруг, все солнцем зажжено. И свете тихий склиросов воззвали, и лики золотом пунцовым заблистали. Восторгом солнечным зажженный иерей, повитый ладаном, выходит из дверей. Дорогой Господь, я благодарна Тебе, что Ты сам наводишь порядок в храме. У Тебя есть пути для того, чтобы люди не оставались на прежнем уровне, чтобы не только атрибуты работали, но чтобы каждый человек понимал, что, входя в храм, он входит в отношениях с Тобой. И не только в храме, а земля и все, что ее наполняют, является живым храмом Твоим. И я благодарна Тебе, что где бы мы ни находились, мы всегда можем к Тебе взывать, молиться и получать ответы. Поэтому пусть для каждого человека наступит это прозрение и понимание, что на всяком месте Господь готов слышать, готов отвечать и готов двигаться вместе с нами на свои высоты, которые Ты о нас задумал и позволил туда двигаться. Ты мечтал о каждом из нас, чтобы мы не оставались на прежнем уровне, и я благодарю Тебя за это, Дух Святой, и благословляю как себя, так и каждого человека познавать Твою волю. My Holy Father, Mira Crestas, My Holy Father, Mira Plat, Ravira Crida Palilestas, Lacana Tuli Calavestas, Liplida Freider, Lafta Thais, La Preda Cura Turi Fredent, La Preda Crudas Anta Flies, La Pina Grudas Pariledas, La Fira Craita Lotas Sedas, Livira Crutas Paliledas, La Crada Plaidas, Mira Flies. Аймэнда сури караватор, аймэнда глори карапис, алфада точес эксат латас, майгута вита палилатас, лапира крудас паривайдас, ликлида плада курилайдас, аймэнда плежес, мира флейс. Возлюбленный, благодарю Тебя, что Ты знаешь, как нас преображать и переводить на тот уровень жизни, где славится Твое имя, где глубина познания только умножается, где масштаб влияния расширяется, где связь с небесами укрепляется. Благодарю Тебя, что Ты помогаешь нам и поможешь дальше. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.